То, что говорит президент, я полностью поддерживаю эту линию. Это, значит, марьяж. Вот невеста должна спать с мужем, если она вышла замуж. А не вот ходить туда-сюда, как хочется или как не хочется. Значит, если есть гарантии, что мы будем работать 4 года вместе, нести ответственность за судьбу страны, то надо работать. А если вы хотите только присутствовать во власть для устройства на работу своих родственников и значит, наложить лапу на денежные ресурсы страны, извините, пожалуйста.